Привет, друзья! Наступает самый главный и ответственный момент в изготовлении платья. Это сборка цветочных мотивов. Напомним, что платье состоит из трех видов цветочных мотивов. Цветочного мотива 1, цветочного мотива 2 и маленького цветочного мотива 3. Схемы вязания цветочных мотивов перед вами. Также схемы вязания будут опубликованы на нашем сайте. Ссылку найдете в описании. Соединение цветочных мотивов происходит поэтапно и в последнем ряду. Внимание! Если вы свяжете сначала полностью цветочные мотивы отдельно друг от друга, то потом невозможно будет их соединить между собой. Поэтому внимательно смотрите, пожалуйста, наши предыдущие видео. Данное платье состоит из 99 цветочных мотивов. Схема сборки перед вами. Также схема сборки платья будет опубликована на нашем сайте. Ссылку вы найдете в описании. Длина платья на манекене 46 размера 117 сантиметров. Ну вот и все, дорогие друзья. Задавайте, пожалуйста, нам вопросы. И нам останется только оформить горловину и проймы. Ну вот и все. Пишите нам, дорогие друзья. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, канал Handmade TV.